Последний летний денек выдался на удивление ласковым и солнечным, как сами детки, вынужденные жить не так активно, как их здоровые сверстники. Сегодня подарок им преподнесла не только природа. Неравнодушные активисты и спонсоры организовали настоящий праздник у реки в окружении зеленых аллей и под щебетание птиц. Мы приехали сюда, чтобы отдохнуть, чтобы мамочки не забывали о себе, так как они являются очень такими сильными женщинами. Воспитывать особенного ребенка тоже очень тяжело. Мы решили им помочь просто. Эстафетами и веселыми состязаниями увлеклись все без исключения. Инструкторы, мама и папа и, конечно же, сами виновники торжества. Для малышей это прекрасная возможность раскрепоститься, вдоволь насмеяться и проявить свои способности. Творческие, физические, музыкальные, ведь конкурсных заданий хоть отбавляй. Группа «Мамочки особенных деток» родилась в Инстаграме. Общение в соцсетях показало, что среди родителей достаточно много инициативных. Они-то и стали активом группы. Первую встречу за пределами интернета ее участники провели на Аллее счастья. Сегодня на приглашение откликнулись более 50 человек. Это семьи, где воспитываются детки с ДЦП и синдромом Дауна. Помимо общения, группа оказывает материальную и консультативную помощь. Совсем скоро с их помощью на лечение в Астану отправится 4-летний Исмаил Бектлеев. В планах юридическая регистрация сообщества, а значит и расширение его возможностей. Ирина Гудь, Алексей Уразов, программа «Факт».